Массовые беспорядки, произошедшие 29 октября в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации. Они были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России. Реализация очередной деструктивной акции, непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму. Давно мы на этом канале не показывали Марию Владимировну Захарову. Ее слава как-то померкла, хотя недавно Евгений Янович Сатановский вспомнил, кто она такая. Маша Захарова, которая, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиля терпеть не может. А особо-то это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа.